Хаюшки, ребятушки, сегодня отдохнем от мечей, магии и монстров и немножко погрузимся в атмосферу спорта, атмосферу футбола. Игра про футбольчик, между прочим, занимает первое место среди релизов StubTap'а. В Play Market она также доступна, но в раннем доступе. Но русифицирована, а? Как тебе такое? Все будет на русском. Как положено, все тебе будет понятно. Есть у нас кастомизация нашего игрока. Да, мы играем за одного игрока. Соответственно, за двух остальных играют какие-то другие люди по всему миру. И это офигенно, это здорово. Но мы можем прокачивать нашего игрока. Да, у нас растет левел. Мы можем ему выбирать навык. То есть вариация. То есть мы можем на свой вкус и цвет, соответственно, мы можем подстроить свой стиль игры. Ну и, разумеется, интересно, наверное, будет играть в команде, если вы с двумя товарищами будете объединяться в команду и побеждать всех остальных ребятишек. За вратаря играет у нас искусственный интеллект, ну то есть сама игра. И у вратарей есть выносливость, то есть если много по нему бить, то, наверное, он пропустит. Но вообще, довольно динамичные матчи, они не длинные, то есть не по 15, по 20 минут, то есть вы быстренько бегаете, быстренько играете, там, но забивать, конечно, на первых порах тяжеловато. Ну и непривычно. С другой стороны, кнопок не так много, то есть пас, удар есть, можно варьировать, то есть направление паса и удара. И у нас идет способность, которую мы можем прожимать, либо подкатики, либо какие-то финты. Очень разнообразный набор способностей, они еще прокачиваются. То есть, да, есть прокачка, но я не знаю, может это RPG в мире спорта, потому что вы играете именно за одного футболиста, и вы его прокачиваете, одеваете, и все делаете с ним, все, что вам захочется. Есть, разумеется, различные модели футболистов. Вы можете играть за девочку, можете играть за мальчика. Ну и, конечно, это, наверное, как и моба, ведь с вами подбираются два рандомных типа, которые, как вы сыграетесь, это будет уже другое. То есть кто-то будет стоять в защите, кто-то будет бежать вперед, кто-то будет давать пас, кто-то не будет давать пас, кто-то будет бить середины, кто-то нормально будет играть адекватным, кто-то будет открываться, кто-то не будет открываться. Здесь очень много интересных моментов. Игра живая, классная, офигенная. Ссылочки я оставляю в описании. До встречи на следующем видосике. Люблю, целую, скучаю. Обнял, приподнял. И не забудь подписаться и влепить маленький такой свой лайкосик. До скорого!